Выезжаем на очередной маршрут из Ярухама. Попытаемся найти такие красивые, симпатичные желтые цветочки, которые называются херманиот. Не знаю, как это по-русски. По дороге озера какие-то развалины. Приятный, хороший, не очень тяжелый, но не очень легкий маршрут. Мы заехали на заправку. Пополняем запасы горючего для чая. Видишь, чем велосипед хорош? Машиной мы бы тут не проехали. Пешком бы не доехали, не дошли, потому что далеко. Ярухамское озеро с удочками, не очень большое. Вот такая аттракция. На поиске израильского эдельвейса. Смотри, легкой жизни никто не обещал. Там должны расти колониот, мы их там были, видели в прошлом году, но они уже отцвели. Мы прибыли в ущелье, где растут херманиот, ущелье херманиот, так оно обозначено на карте. Сейчас попробуем найти эти цветочки. Ну и тут и вокруг красиво, даже если мы не найдем, мы немного потеряем. Ничего не надо, больше ничего не ищет. Так, а вон они цветут. Поиски увенчались успехом на 50%. Хельманиот мы нашли, но они уже отцвели. Сейчас очередной я вам покажу. Игорь, ну что, двинулись? Сильный ветер. Я думаю, видно, как крутая горка. Так вот там туда. Пошла серия подъемов. Мы уже изрядно подустали. Но еще все впереди. Дорожная бригада продолжает путь. У нас привал. Где достаем припасы? Илюха, сулугуни, пожалуйста, выдать. Ну вот, давайте стол по-моему сделаем. Володя. Эту расщелину все не поместят. Нет, вот хороший стол можно здесь сделать. Здесь ветра не будет. Или по очереди будем здесь кушать. Сказали одно и то же, как здесь красиво. Красота, смотри какая, а. Вот хорошее место было для привала. Отметим его на GPS. Это Любовь к искусству называется. Давай, давай, тебе после еды встряска положена. Нам продолжим. Вторая часть личного похода, версия велосипеда. Просто класс.
Там, знаешь, вот это вот. Все, мы закончили.